Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по книге. Карантин попали. Наш коронавирусный. Вот, с двух сторон. Так что мы довольно с дома продолжаем наш урок. Итак, тема сегодня... Что про коронавирус вы сказали? Да-да-да, мы на карантине все. Мы не больные, но мы на карантине. А, у меня сын тоже на карантине оказался. Ну, а все остальные мы тут, семья, мальчуха пока, хамула, вроде нет пока. Но все как дрожат. Мы решили, что нам веселее все вместе быть на карантине. Конечно, да. Они собирались к нам приехать на Рош ха-Шана. Ему в последний день позвонили из Шабака, что он в каком-то супере с кем-то пересекся. И они остались вдвоем на Рош ха-Шана с женой молодой. Ну, дай бог. А именно смыслом. Потому что, как очень часто бывает, это немножко опасно, это можно неправильно понять. Не нужно от этого это самое в комплект это воспринимать. Но тем не менее это написано, мы сейчас это будем учить. Итак, к тексту. Из чего мы учим? Что основа всех деяний – это духовная квинтэссенция, которая в них. Тот отпечаток, который наложил действие на основание души. И поскольку на самом деле смысловое наполнение действий – это не просто символические понятия, составляет оно они идеального мира. Призваны сказать, что мир воспринимаем, мы чувствуем, как он есть, на самом деле мир – разделенные на части, в котором все его элементы подходят друг к другу. Однако корень его – основа мысленная, интеллектуальная, включая более совершенные и возвышенные, чем он сам. От чего возвышает человека его мир до ее мира, где все сущее пребывает в абсолютной ясности ее духовного содержания. И этот мир с его духовной мощью – властвует над нашим ограниченным миром действия. В соответствии с этим отпечатком, запечатленным в высшем мире тшувы с помощью мысли, устанавливается порядок в мире действия. До того, как мы начали разбирать этот отрывок, из него Штраб говорит здесь, что мир мысли, он выше и как бы главнее мира действия. И это, скажем так, что-то, с чем мы не совсем классическое, мы привыкли к чему-то другому, что мир действия он более важен. Как мы уже теперь можем поискать и найти в других местах Урава, тоже эту расстановку может быть по-разному. Так вот, мир мысли может быть выше действительно мира действия. Но то, что я сказал, главнее – это ошибка. У нас главнее проблема. У нас, в общем-то, нет главнее. У нас всего свой час. В какой-то ситуации мир мысли есть так, что мир мысли, он более важный. А в какой-то другой ситуации мир действий более важен. Поэтому делать однозначные выводы о том, что у нас в иудаизме мир мысли более важный, это... Но в данном случае, в данном отрывке мы рассматриваем с точки зрения, что более важный, соответственно, это... Также это рассмотрение, оно само находится не на нижнем уровне, а на более высоком уровне. Как мы уже касались этого, есть разные миры рассмотрения,
когда мы, допустим, касались зла, есть мир, есть высшее возможность рассмотрения, когда добро работает на зло, есть мир действия, где зло – это зло, и с ним мы боремся. И путаница вот с этих точек зрения, она проблемная. Она разрушающая, в общем-то. Но давайте поднимемся к точке зрения, куда нас берет Рав после такого вот видения, и попробуем понять, что Рав нам хочет сказать. Кто-то хочет уже сейчас сделать какое-то замечание или дополнение? Если нет, то мы продолжим. Тот отпечаток, который наложил действие на основании души. Что остается после действия реально? Реально остается отпечаток в мире человека, в его душе, который это действие оставил. Почему мы это учим из чувы? Что основа всех деяний – это их духовная квинтэссенция. Потому что, как мы уже не раз повторяли, возможность исправить действия, она очень ограничена. Иногда можно, иногда нельзя, иногда можно частично. Соответственно, что мы исправляем чувой? Мы исправляем как бы мысль. Да? Основа чувы – это исправление мысли. Я хотел сделать вот такую вот гадость, а теперь я не хочу. Как я знаю, доказываю себе и остальным, что я действительно не хочу, что я прекращаю идти в этом направлении, начинаю идти в другом. Я своими действиями доказываю, как бы, или показываю, да, что про изменение мысли, изменение желания. Чува в основном. То есть понятно, что обязательной частью чувы – это также попросить прощения, возместить ущерб и так далее. Но не всегда возможно попросить прощения. Человек может умереть, уехать в другую страну. Не всегда можно возместить ущерб. У меня нет этих денег. Или опять-таки, то человек… Или уехал, или я уехал, или грех он по отношению к обществу, или много таких вариантов, что мы понимаем, что исправить это сложно. И как бы, и даже если я могу исправить, машину времени назад я не откачу. Действие плохое сделано. Сейчас я разбираюсь с последствиями, пытаюсь их подмести как. Соответственно, мы говорим, что исправление действия – это очень важно. Он ограничен. Не всегда он вообще возможен. Основы, которым иду и исправляю свои нехорошие действия, и делаю в будущем хорошие, и делаю плохие, она – это изменение мысли, изменение желания. Также изменение, видимо, того оттиска, которое это дело оставило в моей душе. Поэтому, видимо, то, что Рав говорит, именно чува, из нее мы учим, что основа всех деяний – это ее именно духовная квинтэссенция, а конкретней – это уровень мысли. Сейчас мы это увидим. И поскольку на самом наполнение действий – это не просто символические понятия, но составляют они единую ткань с основой осязаемого мира,
призваны сказать, что мир, воспринимаемый чувствами, как он есть, на самом деле мир, разделенный на части, в котором все его элементы подходят друг к другу. Однако корень его – основа мысленная, интеллектуальная, включающая и облекающая его. Итак, первое. Смысловые наполнения – это не просто символические понятия. Мы можем сказать противоположное мнение тому, что Раф нам сейчас пытается объяснить, что главное – это действие. А какой смысл ты в это дело вкладываешь, что ты в это время думаешь, не очень важно. Как бы это получается, как бы, тогда смысловые наполнения – символические, как бы, понятия, а не принципиальные, не сущностные. Он говорит, нет, неверно. Смысловое наполнение, оно важно. И, конечно, возвращаясь на шаг назад, важность смыслового наполнения – это основа тшувы. Я возвращаюсь назад, выкорчевываю смысловое наполнение действия, которое у меня было, и заменяю его новым. Я хотел сделать эту гадость, теперь я не хочу сделать эту гадость. Мое смысловое наполнение сделанного действия изменилось кардинально. Это не тривиально. И именно это вот то новое, что мы приносим вместе с возможностью тшувы. Тшува – это реальная штука, которая реально работает. Но это не мистика. Итак, первое мы сказали, смысловые наполнения – не просто символические понятия, но составляют там единую ткань с основой осязаемого мира. Мир делится на пласты разные. Реальный мир. Мир слов, мир речи, мир мысли, духовный мир, материальный мир. Но все эти миры, они составляют вместе наш общий мир. Они все подходят друг к другу, и наш мир, он круглый, он сложный, он состоящий из всех этих частей. Есть место действию, есть место мысли. Однако корень его, основа но корень нашего мира. Потому что в нашем мире важно, более важно, не знаю, даже как сказать, это именно мысль, сила мысли, интеллект. И оно как бы включает и облегает. Облекает мир. Более возвышенное, совершенно возвышенное, чем он сам. А мысль, она более возвышенная, чем мир. Но ее задача тянуть мир за собой, а не бросить его, не оставить его. Отшва, давайте я верну текст. Отшува возвышает человека и его мир до мира, где все сущее пребывает в основном в абсолютной ясности ее духовного содержания. Отшува возвышает человека и его мир, то есть что такое его мир, я понимаю это так, то, как человек видит весь мир, это его мир, да? Или это человечество. И тогда действительно весь реальный мир, мне кажется, здесь Раф говорит про конкретного человека, одного, не про все человечество. И тогда это, видимо, взгляд на мир, чего его возвышает, до ее мира. Ее – это мир самой тшувы. И это мир уже абсолютный. Он... полный, он хороший. Я извиняюсь, у меня просто слова потерялись. Где все сущее пребывает в абсолютной ясности ее духовного содержания. Что как должно было бы быть и как в конце концов будет. Это тшува,
человек, когда изменяет именно в основном свои мысли, свое направление, свой тренд, он этим поднимается на уровень мира чувы. Это мир абсолютной ясности ее духовного содержания. Мне кажется, это то, что Раф хочет сказать, что в нашем мире, когда мы смотрим по, мы не очень видим то, что смысловое наполнение – это не только символические понятия. Мы не очень видим, что где разные части, они подходят друг другу. Мы не очень видим, что основа этого мира – это именно интеллектуальная часть. Сегодня, кстати, это гораздо проще, потому что сегодня мы видим, что продвижение, оно гораздо больше идет именно через, с помощью интеллектуальной части, чем, допустим, там, силы оружия или мышц. Но, тем не менее, вот это вот, все эти идеи, они в этом мире, они затушеваны, они не очень четкие. А в мире тшувы, наоборот, они ясные, они абсолютные. И человек, который поднимает вот, с помощью тшувы, он и его взгляд на мир поднимается до уровня мира, когда мы понимаем, что мысль, она основа, она главная. И этот мир, с его духовной... властвует духовную мощь, властвует над нашим ограниченным миром действия. То есть по-настоящему тот, кто правит, это вот именно мир тшувы с помощью духовной мощи. Ну, мы в нашем мире это тоже можем видеть, допустим, как бы, что когда мы говорим, что главное, допустим, в армии это не сила армии, а мотивация солдат, его патриотизм, его мотивация. То есть теперь мотивация, возможность человека как бы пожертвовать собой ради цели и так далее, это, конечно, духовная вещь, не материальная. И не всегда, и не очень четко видно, что вот именно это главное в мире. Но если мы посмотрим более глубоким взглядом, мы увидим, что, конечно, именно идеалы человека, его мысли, они гораздо сильнее двигают мир вперед, чем просто какое-то там, допустим, действие или сила. Но мы, по-моему, этой темы немножко касались, что действие – это обычно это работа на краткий промежуток времени, слова – это король, это работа на средний промежуток времени, и мысль – это работа на долгий промежуток времени. То есть, когда я работаю над правильными идеалами, это надолго. Когда я занимаюсь воспитанием будущих поколений и следующих, с правильными идеалами я их разбираю, что правильно и что неправильно. Крошка сын к отцу пришел и спросила, кроха, это очень сложные, серьезные вопросы, да? То понятно, что здесь сейчас влияние этого мало. Но влияние, в конце концов, на всеобщее движение этого, оно гораздо больше, чем здесь и сейчас какое-то хорошее дело. И с другой стороны, наоборот, когда я здесь и сейчас, мне вот нужно там, помочь тому, помочь другому, сделать такое, другое доброе дело, сейчас его не сделаю, а буду заниматься умствованием, то его никто не сделает, и здесь у нас будет дырка. То есть нам нужно занимать все этажи, но вот мысль, она важнее в смысле, как я понимаю, что она гораздо больше работает на больших промежутках, и она вот там она проявляется как доминантная сила. Так, у нас какой-то вопрос, что мы мучаем. Потом действие души. Нет. Это основа действия. Действие накладывает на основу. Ну, конечно, да.
Да. А, значит так, вопрос в чате такой. Мы сказали, что мысли, они важнее, и они основа действия. А потом действие накладывается отпечаток на основу души. Давайте это прочитаем. Мы учим все деяния, это духовная квинтэссенция, которая в них. Тот отпечаток, который наложил действие на основании души. То есть, главное, это не само действие, а действие впечаталось не в реальном материальном мире, где разбилась ваза, а мой ужас, моя реакция как человека или как общества на этот поступок. И это, конечно, тоже уже духовная вещь. То есть действие получается у нас здесь, сверху вниз и снизу вверх, как любое действие. Сперва с духовного мы хотим сделать какую-то вещь, мы ее делаем. А потом это действие, оно влияет, а его основное влияние не то, что я сделал стул в этом мире, я там сломал или починил что-то, и вот это есть. А то, как это действие отразилось на моей душе, и что в моей душе откликнулось на это действие, или наоборот, погасло из-за этого действия. Это гораздо более внутреннее и сильное влияние действия, чем само действие, которое оставляет отпечаток только в материальном мире. Мне кажется, это то, что Раф имеет в виду. Так, вернемся к нам. Отшива в результат. Текст. И этот мир с его духовной мощью, мир Чувы, мы сказали, властвует над нашим ограниченным миром действия. И в соответствии с этим отпечатком, запечатленным в высшем мире Чувы с помощью мысли, устанавливается порядок в мире действия. Как мы уже сказали, сперва, то, что мы сейчас сказали, повторяется. Сперва снова это мир мысли. Он отзывается в мире действия. То, что произошло в мире действия, откликается обратно в мире мысли. Соответственно, мы сделали чуву. И это влияет на мир действия. Как влияет? На будущее действие. На те действия, которые я начинаю сейчас делать или прекращаю делать. На общий взгляд на мир. На... И так далее. То есть исправление именно мира мысли, оно следующим этапом влияет, отражается уже на мире действия. Я делал гадость, я его прекратил делать. Более того, взял швабру и побежал подметать за тем, что наделал в прошлом. Основа – это мир мысли. Доказательство, что это серьезно, продолжение, отражение мира мысли – мир действия. Сделали что-то в мире действия, сделали хорошее дело. Не осталось просто хорошим делом. Оно отразилось обратно в душу. Есть по этому поводу, в смысле, по поводу заповеди именно цдака, благотворительности, есть одна интересная вещь, вопрос, что лучше сделать при прочих равных, дать 10 людям по шекелю или одному человеку 10? Так вот, при прочих равных, потому что иногда 10 шекелей одному человеку это важнее, чем 10 по шекелю, но если мы сейчас рассматриваем человека, который делает благотворительность, то ему для его пользы, конечно, лучше дать 10 раз по шекелю, потому что каждое действие, оно отражается на его душу. Это примерно то, что Рав нам сейчас говорит. То есть, как мы сказали, мое желание – это начало. Дать благотворительность. Я делаю это действие, а после действия отражается ко мне на душу обратно. Душа моя после того, как это сделано, после того, как это реализовалось, это уже другой уровень. Это очень, поэтому действие тоже очень-очень важно. И это отражается обратно, и душа поднимается, становится лучше и так далее. Конечно, есть уже реальные случаи, когда ты лучше помочь одному человеку с серьезной суммой, но сможет там
сделать эсэк, сделать как-то бизнес какой-то, или наоборот, его бизнес не упадет, чем ты дашь многим людям по чуть-чуть, они это там съедят, и ничего не останется. Это уже нужно в каждом случае смотреть лично. Но вот общая идея, которую я хотел сейчас сказать, она вот похожа на нашу идею. Когда я делаю, сражается у меня на душе. Это хорошо. Или плохо, если действие, ну, соответственно, плохое. Между... Как... Это верное утверждение, но это утверждение опасное, и нужно много, когда могут, нужно много введений в то, чтобы можно было, могли прийти и учить это. Просто так действительно открыть, можем прийти. То есть это похоже на христианство, где как я верю именно, это гораздо важнее, чем что я делаю. И у нас это не так, у нас это работает в связке. Действия, они... Мысли влияют на действия, действия влияют на мысль. Я остановлюсь на этом. Я много уже говорил на сегодня. Я хочу послушать, как всегда, ваши замечания, дополнения, мысли. И, пожалуйста. Видео сегодня немного подвисает. Ну, что я могу сделать? В прошлый раз вообще не было. Не было Фейсбука. А сейчас, ну... Я не уверен, что я могу что-то с этим сделать. Да. Натан, у меня вот такой вот вопрос возникает. Вот, допустим, человек сделал хорошее действие, но его намерение при этом, оно не было абсолютно хорошим. То есть его смысловое наполнение, оно не было совсем соответствующим этому действию. Ну, как бы такой классический пример. Человек изучал Тору для того, чтобы вознестись над окружающими, чтобы достичь там какого-то почета и так далее. То что больше оказывает отпечаток? Ну, может быть, Тора — это не самый хороший пример, потому что здесь нет действия такого практического. Но та же самая цдака. То есть человек дает цдаку, но его намерение, его кавана в том, чтобы за счет этого как-то самоутвердиться и произвести впечатление на людей, может быть. Так что в такой ситуации окажет больше отпечаток на его душу, его мысли или действия, которые он совершил? Хороший вопрос. Не очень знаю. Я думаю, если можно разделить на Натан. Подумать вместе с вами. Натан, меня слышно? Да. Угу. Я думаю, можно тут усложнить вопрос. Потому что тут есть не только его личная душа, с которой действительно может быть вполне большая проблема, а еще как бы общемировая польза. Допустим, он действительно накормил бедного, он не умер, и это действительно как-то подвинуло мир весь к добру. Но... постоянно, его лично, я не думаю, что это позитивно, когда человек постоянно, например, кстати, второй, по-моему, вопрос гораздо более острый, чем с такой, потому что вроде бы человек преподает Тору, он такой всем известный, всеми любимый, всеми возносимый, но когда это делается не из искренних побуждений, а для того, чтобы, так сказать, прославить или каких-то других целей, то наоборот, его успех, он постоянно откладывает негативные вещи в его душе, и это кончается обычно плохо. Вот, к сожалению, несколько примеров таких известных вполне. Он все время утверждается, что его путь правильный, да? Вот я делал это ради, как бы, ради славы, и да, вот добился. Ну, нет, я не имею в виду славы, как бы, кинат суфрим, да, потому что это, как бы, позитивная вещь всегда считается. Ну, ради каких-то, так сказать, удовлетворения личных амбиций. И он все время эти амбиции постоянно насыщает. И это ничего хорошего, как бы, лично ему не делает, а только хуже. И в конечном итоге это не приводит его душу к добру. А люди, которые услышали, они вполне могли взять это к добру. Я сама помню несколько вещей. То есть влияние на мир
Оно комплексное, это мне кажется так. Я сама там благодарна некоторым раввинам, которые потом оказались как бы проблематичны, за то, что я от них слышала что-то очень важное, что во мне сдвинули какие-то представления или там добавил мне что-то существенное. То есть люди от них что-то получали реальное, хотя сами они в конечном итоге оказались очень, ну, неважно. Не будем подробности давать. Но мне кажется, что это закономерно, когда намерение, и поэтому очень серьезное как бы требование у наших мудрецов к тому, кто преподает Тару, даже вообще, в принципе, теоретически не разрешается как бы делать это заработком и так далее, и так далее. То, что намерения должны быть чистыми. Может быть, именно ради своего человека, потому что оно его иначе развращает. Давайте попробуем разделить. Значит так, Алиф, во-первых, мне кажется, я ответа не знаю правильного. Я хочу так порассуждать вместе с вами, не претендуя на истину в последней станции. Может быть, мы можем сказать, что, если, во-первых, мы если говорим про действие, допустим, благотворительность, не преподавание Торы, потому что, мне кажется, это другое совершенно. Когда другое совершенно, как бы это, и я попытаюсь объяснить, почему я так думаю. Человек делает хорошее дело. Может быть, это можно объяснить, как мы сказали, как это работает на близкое время и на далекое время. Человек сделал доброе дело, построил университет, построил ешиву, дал, я знаю, там, $1 000 000. Бедные сейчас сыты, это безусловно хорошо. А вот подвинет ли это весь мир в общую положительную сторону там, в 100 ближайших лет? Вот это вопрос. Это вопрос, потому что люди, как бы, да, он накормил, но потом он это самое пиарился на телевизоре с тем, что накормил еще 20 лет. Вот это можно с этой точки зрения сказать. Можно сказать, что можно сказать противоположное. Человек сделал доброе дело. И независимо от его первого пошел положительность, свет ли он свет на душу. То есть человек хочет дать благотворительность для того, чтобы его уважали, и все ему говорили, кланялись, и он сидел на уважаемом месте и был уважаемым человеком. Но он никогда бы в жизни без этого не склонился бы к бедному, не дал бы ему монету, не проявил бы реально эмпатию, не понял бы, в каком ситуации, хотя бы чуть-чуть. Он сделал положительное действие, и это на него может отразиться положительно в сторону. Несмотря на то, что... Да-да, я хотела сказать, что известный же принцип, что за делами тянутся сердца. Иногда бывает наоборот, человек просто почувствовал вкус доброго дела и понял, что в нем есть действительно что-то хорошее. То есть это может быть так и может быть наоборот, поэтому все за сложно. За делами тянутся сердца, это очень важный принцип. Я Якобсона во время слышал его очень серьезное его ограничение. Это в том случае, когда я заставляю сам себя делать это действие, а не кто-то с палкой и меня заставляют. Что-то у нас пропало. Зависло, да. Зависло у нас. Ну, подожди. Интернет, наверное, у Натана не очень, да. Бывает. У меня сегодня тоже были проблемы днем. О. Сейчас? Только что, да, появился. Я отключился да. С интернетом, значит. Так, про что мы говорили? Что если человек сам себя решил
из каких-то не очень чистых, может быть, как-то... Соображений. Ну, соображений, да. Заставить сделать что-то хорошее, перевести там старушку через дорогу, дать деньги на милостыню, то это на него отражается, конечно, это его поднимает и влияет, несмотря на то, что изначально его направление было нехорошее. Теперь, с преподаванием Тора, мне кажется, это принципиально другая ситуация, потому что здесь я не делаю действия, здесь я продаю, здесь я раздаю, здесь я... Это саму Тору. Это духовная, это сама уже духовная инстанция, это не принадлежит к миру действий, это принадлежит к миру мыслей. И поэтому я бы это разделил на две совершенно разные части, которые преподает Тору с тем, чтобы его уважали и так далее. Вот здесь я уже не знаю, вот здесь, я думаю, то, что Нахама сказал, это более верно. То, что вот я преподаю, люди кивают, и они учатся, и за это меня, наоборот, может меня накачивать именно в отрицательную очень сторону, а не в положительную. А вот с другой стороны, я могу ли я учиться у такого человека, как и сколько, это же, видимо, зависит от уровня самого человека, но опять-таки понятно, что это тоже очень опасно. Это тоже очень опасно. Я просто говорю, что так получилось, что кого-то слушал когда-то, и действительно очень интересные мысли, но не знаю, его или он как-то так обобщал. Конечно, потом, когда ты узнаешь о нем, что он... себя представляет, то перестаешь. Хотя есть несколько таких раввинов, которые ученики не верят вообще ничему, несмотря на то, что это факты, так сказать, публиковались широко, ну, более или менее. И утверждают, что все это... До какого-то момента утверждалось, что все это оговорки, и продолжают у него учиться. Ну, это отдельный вопрос. Да. Ну, вы знаете, о ком речь, да? К сожалению. Знаю, к сожалению. Да, ну, я не знаю. Теперь, по-моему, уже нет. Там Рав Друкман когда-то его тоже поддерживал и не хотел верить ничему. А, ну, в последнее время все как бы уверили, что это правда. Ну, ладно. Значит, соответственно, учиться – это вопрос другой. Теперь вопрос тут в чате. Я не до конца просто понял, если можно его немножко расширить. Такое часто встречается в благотворительности, а может же... Наоборот, когда кто-то узнает, что он плохой человек и перестает верить. Я не понял. Я просто не получил вопрос. Ну, это самое, это про учителя Тары, да. Что, ну, я не знаю, я не уверена. В таком случае, в нашем секторе. Ну, узнали, что некоторые равны... Причем он действительно был очень хороший человек, как люди рассказывают, его близко знающие. Но когда выяснил, что он вот ведет себя... развратно, скажем так. То... Но я не думаю, что кто-то из-за этого бросил Тару. Вот в этом мне кажется, здесь далеко. Именно есть разница. Вот. Насколько это вот представление... Так, все зависит от меня. Или это у меня только? Я сейчас слышу, я слышал сейчас Нахаму. У меня ощущение, что это разница от того, как человек видит себя, насколько он видит Рава. Рав, конечно, он над человеком, поэтому это и возможность учиться. Но насколько над? Если человек себя видит как полное ничто совсем, а Рав, он, в общем-то, практически заместитель Бога, то в тот момент, когда Рава сбрасывают с этого пьедестала, и оказывается, что он... тоже человек, и у него есть недостатки, и он упал, и то человек это, конечно, полностью разбивает. А если человек, он человек, он личность, у него есть свое мнение по такому вопросу и по другому вопросу. Да, равно нем, над ним, он у него учится, но он не заместитель Бога, он над ним, на полступеньки, на две ступеньки, на 10 ступенек, но это, он учится у одного Рава, он учится у другого Рава. Вот он понимает, Рав может упасть, и у него не происходит в голове вот этого полного вдребезги разбития. Да, очень грустно, очень жалко, очень большое осквернение имени, что Рав упал и произошло то, что произошло. Но как бы мы это знаем, это не, ничего такого нового у нас нету. И, как бы, это часть нашей традиции, что такое возможно. Так что человек, вот мне кажется, это вот именно взгляд человека на себя и на
право. Наверное, правильно, да. Поскольку эти примеры, что я знаю, это из нашей среды, из религиозного сионизма, тут как раз вот ваш подход, он более как бы естественный. Люди слушают многих раввинов, они принято больше думать собственной головой, хорошо и плохо, с другой стороны. А у харидим как раз может быть противоположная ситуация. Когда там рав — это почти бог, тогда, если нет, то они все, все, все разбилось, все пропало, мы все бросаем. Это, мне так кажется. Вот, спасибо. Вы меня украли то, что я хотел сказать, но я очень доволен, что вы украли, потому что я ничего хотела поговорить. Вы же сами это сказали, на это намекнули, а я просто... Да. Как это? Вы сделали за меня грязную работу. Я извиняюсь. Итак, значит, давайте все-таки от простого к сложному. По-простому, то, что нас учат мудрецы, занимайся Торой как ученик. Даже если у тебя есть не совсем чистое намерение, ты хочешь, чтобы тебя уважали, заработать денег, неважно что. Учись, потому что Тора – это свет, он в тебе отсветится. Делай добрые дела сейчас, несмотря на то, что у тебя не абсолютно чистые побуждения, потому что он тебя отсвечивает. Дела впечатывают в душу свой этот самый, свой как бы рошем, свое остаток, то, что вот впечатывают тебя в душу, как бы след свой оставляют, это хорошо все. Да, делай хорошие дела, несмотря на то, что ты не до конца с ними их понимаешь, не до конца ты... Тебе сложно, не хватает мотивации, у тебя мотивация, она не совсем хорошая. Все в порядке, нормально. Но, тем не менее, как бы основа вот этих даже дел, которые не до конца хорошая мотивация, это все равно хорошая мотивация. Я хочу быть ближе к Богу, я хочу, чтобы мир изменился, я хочу, чтобы мир был лучше. Да, то есть действия влияют на мысли, и действия получаются важнее, так как за действиями идут мысли. Это тоже верно. Сейчас мы разбирали отрывок, где мы говорим, что мысли принципиально важнее, и это основа чувы, потому что основа чувы — это выкорчевывание старых плохих мыслей и замена их хорошими. Мысли, стремления, идеалов – это то, что мы сейчас учили. Ну, соответственно, мы как бы стали разбирать и какие-то уже похожие или близкие темы и так далее. Окей, итак, кто еще хочет что-то сказать? Тогда будем... Ну, то, что я хотела с самого начала еще сказать, это напоминает вообще, и это не единственное место, например, в Мусоровиха, по-моему, тоже встречала Урала, в других местах, напоминает портрет Дориана Грея о том, что как дела оставляют отпечаток в душе человека, отражаются на нем. Угу. Большое спасибо, Нехама, большое спасибо, Ширель, большое спасибо всем присутствующим. Мы будем рады встретиться через неделю. А я пока свободно от работы время. Ширель? Да, Нехама. Ширель. Я просто говорю, что я очень рада, что я сегодня с вами встретилась, да, потому что в прошлый раз какая-то была такая пустота за счет того, что... Нам тоже было без вас грустно. Я пытаюсь работать над переводом Амара Дор. Половину я получил от Ицека Ройтмана, перевел половину. Я пока работаю над второй половиной, но там много работы, потому что я хочу еще привести еще ссылки, еще какие-то... места Урава, с которыми это перекликается, там немножко много как бы материала, но материал очень важный. Ну хорошо, до встречи на следующей неделе. Спасибо. Хорошо. Спасибо всем большое. Давай, до свидания, Натан, спасибо.
Пока-пока. До свидания.